Эй, я не виноват! Арестуй того, кто сидел за клавиатурой! Что-то вы слишком круто из пулемета. Все. Вообще не говори. What the fuck? О, бандит один есть. Текстурки, конечно, жопа. Внутри? Вот представь, что если бы они сделали сервак все-таки от первого лица. Я ни хера не вижу вообще. Отойди. Ну да. Я от первого ли. Там ничего не стоит. Еще учитывая то, что у тебя еще полмашины впереди. Ага. Ну нормально. От первого лица вообще шикарно просто ехать. Ну, АКМ. Магазина. АКМ бы найти. Ай, кошмар. Ты видишь меня? Я впереди. Погоди, остановись. Постой. Нет. Видишь? Я впереди тебя. Вижу. Ну хреново вижу. Если от первого смотреть. А вот так? Так. Нет, не видно. Короче, если бы на серваке от первого лица кто-то бы ездил, это жопа, конечно. Угу. Ничего бы не увидел. Во все бы врезался. Что же валяется? Это моё, что ли? Че, винчестер? Да, так. Нашел чертеж? Есть один чертеж. Ставьте, лайбай. Ничего возьму. Надеюсь, сейф мешать не будет. Так дерево надо? А, тут, кстати, одна бетономешалка есть. Это... Да ё-моё, кто рубит? Пошли дерево рубить. За камнями знаешь куда? Налево, да? Ой, за этими. За дровами. Куда? Левее? Правее, думаю. Ну, как-то так, наверное, можно, да. Только там склон дикий. А что Бэтмобиль? Не, ну если бы был апокалипсис, я бы на таком не ездил. Ну второй SUV, да, по звуку вроде? Ну на его же модели, там просто текстур поменяли. Ну да, кстати, похоже очень на SUV. Он, наверное. Так. Защита, кстати, хорошая, если это третьего лица, если не смотреть на то, что это. А ты от первого едешь? Нет. Останови, выйду. Вышли все. Ну, может рубить. Но это, наверное, вряд ли даст. Поехали ниже. Что-то не хочет. Я рюкзака у меня возьмешь? Давай я... А, ну давай. Ой, спасибо. Че, может, предложим его к нам присоединиться? Ну мы будем говорить, чем мы занимаемся сейчас. Вы что делаете? Вы зачем машину у нас в фундамент поставили? Что делать будем? Но мы ищем сейчас чертеж бандита первого уровня. У нас такая задача. Алло. Подожди. А у вас транспорт есть? Зачем на фундамент машину поставили? Ну вот гони тогда. Надо палатку хотят. Окей. Ну допустим есть. Вы туда ресурсы хоть какие-то собираетесь вложить? А то они эти пропадут. Я знаю. Но нам нужен чертеж сначала. Ну тут есть факторки недалеко, может полутать. Пойдем.
Прикрывай ствол здесь. Вы уже камни собрали? Да. Не верующий. Ну это хорошо. Вот ты вот так неверующих убиваешь, да? И убиваешь одного, а созываешь еще десяток. Все, нашел чертеж. Так, отбой мы нашли. Может к вам машину пригнать? Не надо. Нашли? Да. Рискованно. Лэбэ, где ты? Там люди есть, да? Я в доме. Мы что, нам вести его с собой? Натали его там будет держать на мушке, если чё. Ты там, да, Натали? Да. Нет, тебе бегу много, много неверующих. Да не надо вниз бежать, обратно беги. Нафига? Все, завернем, сбросим этих тварей. И чё у вас там делается? Ну, мы нашли кого-то парня и чертёж нашли, сейчас пойдем наверх. Как-то так. Стоп, армирка есть? Да, у меня одна нужна. Одна есть. Была, по крайней мере. С собой или ты нашел новую? С собой. Новая. А ты новая, отлично. А может его застрелить тебя просто? Ну, в смысле, зачем дом показывать? Как я сейчас круто пробежал. Почему вы просто не убьете его? Потому что это Дейзер. Но это же не Урал. Тех парней было трое, и нам нужна была Humanity. Так бы можно было, может, даже с ними договориться. Будем внедрять РП. Ничего, какие порядочные. Зачем быть как все и убивать просто так? Это же неинтересно. Надоедает очень быстро. Вы отправьте его впереди вас. Ну, в смысле, чтобы он развернуться не смог. Да он пешком идет, так медленно. Меня с ним не перепутай. Ты пешком идешь? Да мы все идем. Сука. Отстой. Может его в РК позвать сюда, не знаю. Потом. Спроси, он будет с нашей группой играть, иначе что ему дом показывать? Потом. Он еще вступит в другую группу, нам покажет. Наш дом покажет другой группе, если вступит в другую. Что такое? Подъехать можешь? Да. Ехать? Знаешь, в какую сторону? О, красота. Прям на тебя. Ой, это ваши? Да. А что это за чувак в Вадике? Это он. Это, ну, в Вадике я. Стой. Да, а вас там много. Можно наводил секунду? Да. Сейчас покажу. Я же говорю, мы только второй день. Кто за что? Ему, что я свой, а то еще шлепнет. Оружие пусти. Нормально все, нормально. А кто за что? Вот и новенький, да? Я Кост. Да, да. Тут, а для меня местечко найдется. Там. Нифига у него фары яркие. Не-не-не-не-не-не, не надо. Не включай, не включай. Это ж палец. Бэтмобит прямо. Это Макс. Чувак так же говорил. Блин, Макса замочили. Я сегодня на таком раскалаш матери. 4 часа собирал с нуля. Ну, похоже, это мы забрали. Да? Наверное. Он просто говорит. Мой вертолет взорвал с одной очереди. А, ну тогда нет. Ни хрена не видел от первого лица. Ты что хотел? Так ощущение, что мы вообще боком едем. Ну почти.
Меня видно, да? Я не вижу. Ты где-то там на горизонте? Видно. Где? Ну, если смотреть. Ну, убери от меня файер. Чё ты делаешь? Убери его. Какого чёрта? Теперь тебя очень хорошо видно. Я ушел за горизонт, и я смотрю, чтобы этот дебил не накосячил. Не дебил, но чувак. Чтобы он палить по вам не начал, все такое. Он с Лиенфилда, да? Нет, вон он сидит у себя. Ага. А, у тебя фокусы? Поэтому я раскидал всем хим света, чтобы свои взяли. Можно вообще в эфир не говорить сейчас? Я просто в 50 метрах от снайпера приземлился. Вот он, красавчик. Был снайпер? Нет снайпера. Так, видишь, твоя подруга с пулеметом? А? А кто в пилове шмалял сейчас? Я снайпер устраняю. Вообще уже бордили. Отхожу налево. Ты в камуфляже, да? Да. Ёб твою за ногу. Ты что, меня видишь? Не-не-не, в меня шмаляют, я из Белова бегу от пожарки, а меня, блядь, кто-то лупит. Тетка тебя лупит. Не могу понять, откуда и не лупит. С пулемета тетка. Я видел, она бежала за тобой. Сейчас я и займусь, если найду. А, все, вижу. Вы не на штурм? Стоп, где она? Где видишь? Ты слышу звуки. От пожарки. Слышу, сейчас займусь. Бля, мне одна обойма, правда, это херово. Нормально. Она ранена, я ее покоцал. Нормально, держись. Она с бизоном. И она не одна. Блять, не одна. Ногу сломала, сука. Все убило меня. Блять. Нормально, сейчас я ее крохну. Возле пожарки. Ну, еще блядь. Одна кепка. В лесу. Не, у тебя не катаются, Уралы? Бай-бай, подожди. Боевые действия. Две кепки. Слышь меня? Два тела в пожарке. Один истекает кровью, идет в больницу, иди за ним. А, истекает кровью, это, ну, может быть, баб. Тихо, да? Минуту. Кто это стреляет? Да, сэкэмэл, конечно, тут. Зря я сейчас Энфилд выкинул.
Давай, бай, где? Че? Где ты находишься? Ну я выхожу уже. Какого хрена? Ну я убил его, но... Ну чё, какого хрена? Отвлечь можешь? Ну, чувака в больничке. А? Спереди зайди, отвлеки его на себя. Я сзади пойду. Так я сбоку максимум могу зайти. Центр пожарный. Я сейчас в больничке. Сейчас я еще гэху проебу. У него чё? Я не знаю. Бабу те, которая меня убила, у нее этот как он. Бизон был. Вы отвоевали машину? Мы не знаем, где машина. Мы тут просто раскидываем их направо налево. Все, захожу в город. Это в городе есть свои? Спрашиваю. Да. Я в городе. Где? Скины. А, я не знаю. Ну, черный. Без оружия, а без ничего. Есть время. Контакт, баба, пожарку забегает. Баба, да? Да, сейчас я сниму. Сейчас я ее присану. Вы в Сабине? Нет, тихо. Пацан, вообще не было. Видишь ее? Она еще там? Не знаю. Сзади не выбегала. Спереди выбежала. Видишь ее? Нет, куда побежала? К церкви? Ой, бай, я думаю, что ты видел. Я думаю, ты видишь пожарку. Нет, я еще не добежал. Зачем ты говоришь мне про пожарку? Потому что я вижу край пожарки. Так, я в черном, тихо, и тихо, у меня тихо, смайл. Тихо, вижу. Тихо. Где она? Включаю стелс-режим. Где она? Где-то вокруг бегает. Я у пожарки. Понял, она тоже. Выходи. Выходи. Наверное, может и нет. Я это вообще сказал, да? Ты сломался? Нет, ты забежал в пожарку. За пожаркой кто сейчас бегает? Ё-моё, что вы делаете? Я... Что за хрень? Она кто выбежал? Тусуется. Выбежал? Кто сейчас от нее? Я. Все, на меня бежишь, не надо меня бежать. Уйди. Да, на крыше контакт. Включай, сучка. Завалил. Ухожу. На крыше больницы. Еще кто-то на крыше? Кто кричит? Эй, бай, какого хера? Отлично. Где Утай? А, контакт, лобай. Где? За больницей, кажется, сейчас попробую зачистить. Блин, зомбари. Долбанули, отхожу в больницу. Тетку можешь зачистить на больничке? Лут с нее забрать? Нет. На больничке, которого на пожарке. На пожарке нет. Нет, я вообще выхожу сейчас. Ты жив? Что, что, блядь, бессмертный-то, ёпта. Ты жив? Я живой, да. Да-да-да. Отойди от него, отойди от него. Готов. Всё. Так. Слушай, надо реально сваливать отсюда. Это уже смешно. Угу. Сейчас я перебинтуюсь, блядь.
Тетка вернулась, блядь, центр без... пожарки, центр пожарки. Блять. Блять, издевается. Так, за пожаркой, проверь, сектор за пожаркой. Вот я сейчас за... за... Где-то здесь, в больнице, зам... за больницей. Сука, зомби пожарный. Где-то сломался. Блять. Ты сломался? Нет, это я, да, это у меня сменился скин. А куда она делась-то? Херу знает. Пусть падла нибудь. Сила где-то ждет. Ба, так, зайду в пожарку, сейчас быстро погляну. Так, тело за пожарку бежит слева. Слева от пожарки от главного входа. Еще одно. Давай тело. Попалось. Сейчас за пожаркой, да? Все готово. Контрольный. Да ё-моё. Бля, чё за бешеные... Сейчас. Чё за бешеные крики, блядь. А, это зомби жрет, блядь. Да, пускай жрет зомби, ну нахуй, блядь. А, вдруг встанет. Да и она не стала бы уже бы. Зомби сожрал бы ее, нахрен. Слезай, нахер валим.